Слава Богу, дорогі брати і сестри, маємо добрий час, прийшли в дім молитви, будемо слухати Слово Боже, будемо слухати пісні. Сьогодні нас відвідали гості, як бачимо, дуже багато гостей, і основна участь в нашому зібранні будуть приймати гості, а зібрання, яке проводить участок, ми перенесемо на слідуючу неділю. Сьогодні ми відповідальні другий участок, але не на слідуючу неділю, а на слідуючу середу. Будуть участвувати в основному тільки гості. І після молитви, після першої проповіді і молитви, і після співу хору заспівають діти, вони теж гості, Мельничуки, Аліна і Алекс заспівають дві пісеньки. Вони теж належать до наших гостей. Я буду читати друге післання апостола Павла до Тимофія. Тут говориться про те, що усе писання Богом натхнене, корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Отож, сьогодні, цей вечірішній час, ми також прийшли в дім молитви, щоб слухати Святе Боже Слово, щоб воно готовило нас до всякого доброго діла. Давайте встанемо наші ноги, будемо дякувати нашого Господа і просити благословення на це зібрання. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь. Ти наше життя, наше спасіння, ти наша честь, ти наш поклін, слава тобі, Господь, будь благословенна. Хай буде благословенне ім'я Твоє святе. Слава Тобі, слава Тобі, слава Тобі, Господи. Алілуя. Алілуя. Халара вишик, міна душик, міна зуменес. Алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Слава Тобі, слава Тобі. Будь благословенне. Благослови, Господи Ісус. Алілуя, 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 алілуя. Арбіону все ще кміону, марена забачек сміна зала. Халилуй, халилуй. Наш Небесний Отець, сьогодні ми прийшли в дім молитви для того, щоб повчитися від Твого Святого Слова, який навчає нас, щоб ми були добрими християнами, щоб ми були приготовлені до всякого доброго діла. Господи, дай нам бути уважними слухачами Слова Твого Святого. Благослови, Господи, наших гостей, які сьогодні відвідали нашу церкву. В основному вони будуть проповідувати, вони будуть співати. І я вірю, що Ти, Господи, через них приготовив прекрасну їжу для наших душ. Благослови їх всіх. Благослови наш хор, який буде також співати пісень. І все хай буде, Господи, Тобі на славу. Хвала Тобі хай буде Богу, Отцю, Сину, Святому Духу повіки. Амінь. Общим пением поем «Люблю, Господь, Твой дом, чертог любви Твоей. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом».
Слава Богу, браті і сестри, за даний час, який Бог дозволив нам прийти з роботи многим і прибути сюди. І я так вірю, браття мої і сестри, що це наше таке бажання. І дуже добре, знаєте, якщо ми робочі, йдемо на роботу, щоб щось заробити. Правда? І дуже добре, якщо ми йдемо в магазин щось купити і наберемо там сумки і привозимо чи приносимо додому. Браті і сестри, це необхідно теж. І це є. Але ось ми маємо таку можливість духовну. Браття мої сестри, ми приходимо на це місце в Дім Божий, і я би хотів, щоб ми теж не спустимо, я би сказати, вийшли звідси і пішли. Але щось теж ми понесли. Для того, дорогі мої браті і сестри, давайте ми приготуємо наші серця. Приготуємо, браття і сестри. Наше серце, як сказано Слово Господне, що Слово Христово довселяється у вас обільно. Алілуя! Нехай Бог в тому благословить, поможе. Я, звісно, коротенько хочу сказати, ми будемо мати молитву, тому що вже ви чули, в нас є гості сьогодні, і я думаю, що вони мають слово, вони мають чим поділитися, і нам хочеться почути і знати. Тому я постараюсь коротенько. Читаю таке місце, коротке місце. Послання апостола Павла до Коринфян в першому посланні, в 15 главі, і от два стишка читаю. Я думаю, що многі ви їх знаєте на пам'ять. Напоминаю вам, браття Євангеліє, которую я благовествовал вам, которую вы приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Браття і сестри, а в посланні до Галат, там ми читаємо в першій главі, 11 віршем, такі слова там. Євангеліє, яке я проповідував, яке ви прийняли, воно не є чоловічеське, але воно є Боже. Воно є нашого Господа і Ісуса Христа. Дорогі мої, ми маємо і в даний час такий, мати таку можливість, те, що апостол Павел тут, я би сказати, преподає. І він особливо, як їх звернути на ті слова, де він сказав, я їх повторю, другий вірш, «Которим і спасаєтесь, якщо преподаное, удерживайте так, как я благовествовал вам. Дорогі мої браті і сестри, я би на слово хотів звернути преподанное вам. Я думаю, що немало. Ми вже чули. Немало нам вже возвищалось з цього місця. Немало ми по наших домівках відкриваємо Біблію, Євангелію, Новий Заповіт, читаємо, ісследуємо, учимося. І от як важно преподано є нам удержувати його, збагачуватись ним, слагати його, жити ним, виконувати. Браття мої, сестри, на це можна було б дуже багатсько говорити. Але я думаю, що всі ми добре розуміємо. Добре розуміємо.
Що апостол Павел, я би сказати, напоминає? Напоминаю вам, щоб нещетно ми уверували. Но щоб те, що ми почули, ми цим можемо спастись. Ми можемо тим утвердитись. Якщо ми будемо це преподане для нас, глибоко складати в тому сокровищі, в нашому серці, щоб воно зберігалось, щоб ми ним жили. Браті і сестри, ми читаємо там в другому посланні, апостол Павел вже говорить вже в другому посланні своєму до Коринфян, із шостої голови ми читаємо такі там слова. Ми же, як поспішники, умоляємо вас, щоб благодать Божія нетщетно була прийнята вами. Ібо сказано, що во время благоприятне я услышал тебя, і в день спасения помог тебе. Аллилуйя! Слава Богу! Браття мої, сестри, в добрий час Бог відкрився для нас, дав нам пізнати, вкусити, як сказано в псалмі, вкусіть і увидите, як благ Господь. Він дав нам пізнати, вкусити в хороший час, браття мої, сестри, і нехай би Господь допоміг нам, щоб ми це взяли під увагу. Я думаю, що Бог сьогодні хоче нам преподати. Щось так я ожидаю. Я так чогось, ну, вірю в те. Бо тому, що я знаю, що коли Бог посилає навіть гостей нам, братів, то Він не з пустими руками їх посилає. Щось вони принесли. Щось Бог поклав. Дорогі мої, тому що кожний, хто виходить ось на це місце, ви знаєте, він там оце я і молиться. Господи, ти бачиш народ, ти бачиш серця, ти бачиш, що кому потрібно. І те скаже, те преподай. Знаєте, часом болиться, хочеться ось те прочитати, а тут зовсім це оставив місце, а Бог поклав інше. Тому що він знає, що потрібно. Давайте ми в цій молитві так щиро прийдемо до нашого Господа, попросимо, скажемо йому, говори, Господи, як свого часу цей, як би сказати, Самоїл сказав, говори, Господи, а раб твій слухай тебе. Нехай Бог побачить, що дійсно наше серце відкрите. Ми готові, як каже Давид, готово серце моє. Готово. Я би хотів, щоб ми на цьому місці були готові вислухати, що Бог для нас скаже. Браті і сестри, не в легкий час живемо. На сьогоднішній час, який ми живемо особливо, нам на це треба звернути увагу. Тому що ми можемо спізнитись, ми можемо щось втратити. Боже, нехай так не буде. Ні з одним із нас присутніх. Тому давайте ми всі схилимо наші коліна і будемо молитися, дякувати Богу, молимось. Господи Боже, дай. Алілуя. Алілуя. Благословений ти, Господи, і благословено ім'я Твоє. Ти достоїн слави, ти достоїн подяки. Ти помив нас, Господи, прибути на це місце, Господи, ти молився. Для того, щоб нам, Господи Боже, вислухати. Алілуя, амінь. Те, що ти хочеш сказати для нас. Бо часто ми, Господи Боже, і не можемо не розуміти, не думати, не знати. Але ти кажеш, що напоминаю, алілуя, напоминаю вам, вам, алілуя, який ви прийняли. Котрим ви утвердили, котрим ви спасали. Слава на реки, алілуя. Благослови весь народ, благослови церкву, молодь, підрост, всіх присутніх, нехай Дух Святий
сьогодні бере удел. Це служіння. Ми ждемо від тебе ласки. Милосердя Твого, наш Боже благий. Алілуя тобі на віки. Слава тобі, Отець. Слава тобі, Ісус Христові. Ава Отче, алілуя. Алілуя, слава тобі. Алілуя, слава тобі, Ісус. За даний час, який ти нам дарував. Алілуя, ми могли прибути на те місце в дим молитві перед твою присутність, Господь. І ми віримо, що ти є з нами. Алілуя, ми радіємо тим. Ми тішимося тим, що ми є твої, бо ти за нас купив, нас придбав, заплатив за нас. Господи, і сьогодні ти маєш слово для нас. І я прошу тебе, Господи, разом з народом, з церквою твоєю, моїми братами і сестрами, з тими дітками, які з нами, молодь, підростки, діти, щоб і наші серця були направлені, розкриті, розположені на те, щоб і твоє слово поселялося в наших серцях. Благослови тих, хто буде ставати на те місце, хто буде відкривати слово Твоє святе Біблію перед народом. Господи Боже, говори до нас. Я прошу Тебе, нехай Дух Святий діє в цьому собранні. Нехай ми відчуваємо Тебе як живого, діяльного. Алілуя, слава Тобі. Ми вдаємося в Твої волю, в Твої руки. А Ти прослався в цьому собранні. Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Господу, церковь. Хор сейчас исполнит, я думаю, что знакомую многим и очень популярную христианскую песню. Я не знаю автора, кто написал эту песню, но согласно слов, она была написана родному, любимому человеку. Возможно, жена написала мужу неверующему, возможно, наоборот. Возможно, кто-то из родителей сыну или дочери написал, а возможно, просто дорогому другу. И таким образом эта песня, она несет очень много евангельских, таких важных жизненных истин, и поэтому она стала весьма популярной. Я не знаю, у нас в Беларуси, я слышал, как ее исполняют в православных церквах, в католических церквах, в евангельских церквах, и даже интересно, цыгане в электричках поют, и народ дает больше всего денег за эту песню. Очень уж за душу берет. Правда, искренние слова. Дорогой друг, кто бы ты ни был, когда ты переступил порог этого молитвенного дома, знай, что ты дорогой и любимый здесь человек. Я не знаю, почему Господь положил на сердце нам эту песню. Возможно, она кому-то надо. Пусть Господь благословит.
чесном хвалінні, слідну чині і святі скарбій. Славте Бога, славте всій душой, Он нас спас собою. Славте Бога, слава вічна я. Дорогі мої брати і сестри, як ми чули слова цієї пісні, хай ніколи не змовкає слава, хвала нашому Господу в наших серцях і в наших устах, і в цей вечірній час скажемо слава нашому Богу. Сьогодні Господь подарив таку зустріч для нас. Дуже багато гостей відвідали вашу помісну церкву, церкву Христову. Мені Господь дарував можливість бути у вас. І я хочу коротенько поділитися Божим Словом. І найперше дякую Господу, що маю таку можливість. І також дякую всіх вас, дорога Церква Христова, що ви в зібранні служите Господу. Дивлюсь на ваші лиця, ви радісні. І всі ми радісні, бо ми діти Божі. Дай щось, дивлюся, мабуть, ви помолодшили. Бо раніше був, то сьогодні більше молодих людей у церкві. Хай Бог благословить. Дякую за те, що ви благословляєте нас, не забуваєте Україну, молитесь за Україну, благословляєте і допомагаєте. Хай Бог вас рясно благословить, Церква Христова, всіх нас і наші сім'ї. Читаю Слово Господнє в Євангелії від Матвія у 24 розділі, 3 вірш.
Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, море и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Мои друзья, брати и сестры, це слова Господа нашого Ісуса Христа, які ходили з Ісусом Христом апостоли, і дуже було багато важливих питань в їхньому житті. І ось одного разу вони приступили до Ісуса і сказали Йому: «Скажи нам». І ми прочитали, які події будуть відбуватися не тільки у першому сторіччі, а також і в 21-му сторіччі, де ми з вами живемо, де перебуває Церква Ісуса Христа. І ось ми, знаходясь сьогодні в цьому залі, в служінні, в Домі Господньому, ми, звичайно, чуємо з вами, як лунають ці питання. І кожен із нас, дивлячись на ті події, які відбуваються, ми теж задаємо самі собі питання: а що то воно буде далі? Що то воно буде на Україні? Що буде в Америці? Чи в інших країнах? Але найголовніше, що Ісус Христос сказав для учнів, що все те відбудеться. І ми бачимо сьогодні, не дивлячись на той всій прогрес, який є сьогодні в країнах і в розвинених країнах, і разом з тим ми бачимо, що прогресують війни, прогресують повстання і прогресують хвороби. Я знаю, друзі мої, що і серед наших рідних, які дуже бажали б сьогодні бути у Церкві Ісуса Христа і в цьому служінні, але по багатьох причинах, хворобах, переживань, їх нема серед нас. Тому виконуються слова Ісуса Христа, коли ми слухаємо їх, коли ми їх читаємо, і в цей вечірній час, бо Христос сказав так, що це буде. Що ж тоді, друзі мої, нам робить Церкві Ісуса Христа, коли це все відбувається, коли повстання, коли навіть батьки повстають на дітей, а діти на батьків? Коли ми бачимо, як багато зла звершується, що повинна робити Церква, що повинні робити я і кожен із нас? Слово Боже каже: претерпівший до кінця спасеться. Це не значить, що скласти руки і сидіти, і чекати, що то воно буде сьогодні вночі, чи взавтра, чи наступного дня. Боже Слово каже нам: проповідуйте Євангеліє, моліться, підніміть ваші очі до неба, звідкіля приходить поміч. І Церква Ісуса Христа, і кожен із нас, ми повинні чекати помочі, яка приходить згори, поміч наша від нашого Господа. І ще Господь дає можливість, щоб проповідувати Євангеліє Царства по всій вселенной, во свідетельство всім народам. Так що, друзі мої, і уже сьогодні ми бачимо, що навіть, можливо, десь залишилися ще якісь куточки,
на планеті, де не було проповідано Євангелія, а так уже серед усіх народів досягає Євангелія. Навіть на якісь маленькі нації, ось, і там перекладається Боже Слово, вічне Євангеліє, і проповідується. І багато хто із нас, і ваша помісна церква, ви це робите, направляєте, їду туди, старші люди, молодь, ми їдемо, щоб донести Євангеліє, щоб виконати Боже велике поручення, яке Він залишив для учнів і для церкви Ісуса Христа. І як важливо, друзі мої, що ми сьогодні стоїмо в тих рядах, в останні часи, щоб проповідувати Євангеліє, щоб донести його там, де ще не чули, і щоб послідовники Ісуса Христа ішли цією дорогою, як сказав нам Ісус Христос. Хай Господь допоможе. Ми знаємо, що ми в відповідний час живемо, і події дуже швидко звершуються кожної днини. І Христос каже, ви побачите, ви почуєте, і це все буде, і лжепророки будуть, і соблазну буде багато. Ось, і багато прельстяться, і по причині умноження беззаконня у багатьох охолоне любов і тому подібне. Але сьогодні в цьому служінні для мене і для тебе Господь каже, ти май терпіння. І нехай твоє терпіння переходить у довге терпіння, щоб отримати нагороду і отримати вінець. Хай Господь благословить, у нас ще є браття і сестри, які будуть говорити слово і співати. Я розкажу вірша і заспіваю одну пісню. Амінь. Кожна із нас до цього часу, до цього місця беріг наш Господь Ісус Христос. Ми пам'ятаємо той день і той час, коли Він постукався до нас, коли Він прийшов і назвав нас своїм дитям, і ми послідували за нашим Господом. Я пам'ятаю свій день водного хрещення. Це вже пройшло 30 років. І Господь укріпляє і дає сили іти за ним. Я назад не вернусь, не таков перший шаг. 30 лет Ісусом утішалась душа. 30 лет, 30 сроків. Без Христа не пройдеш. 30 важних уроків і екзаменів тож. Жаль, не все я усвоїв, а усвоїть желав. По слідам Моїсея через пустыни шагал. Нет событий случайных. Был и бит я, и мят. На тропинках песчаных змеи часто шипят. Мне расти еще надо, ибо слаб я и мал. Спотыкался и падал, но Господь поднимал. Не спасает начало, когда путь впереди. Утоляю печали у Христа на груди. Снимите мне не скучно. Он любовью увлек. Я иду потому, что впереди огонек. Я вижу, как виденье, небесную страну. Я вижу, как виденье, небесную страну. И слышу многих пение, как сладкую струну. Кто совершил спасение, нам мир грядет свинцом. И свет его явления все ближе с каждым днем. Кто совершил спасение, нам мир грядет свинцом. И свет его явления все ближе с каждым днем. Он в мире был, скитаясь, без крова и жилья. Друзьям сказал, прощаясь, приду на землю я. С
сказал, придет он снова, и свят его завет. Он не нарушит слова, сомненья места нет. Сказал, придет он снова, и свят его завет. Он не нарушит слова, сомненья места нет. Когда ж придет князь мира, свободы день придет. Для всех страдальцев мира, для тех, кто крест несет. И плакать перестанут, кого он искупил, а пленные восстанут, нас Бог освободил. И плакать перестанут, кого он искупил, а пленные восстанут, нас Бог освободил. Хотя идет сражение, и страшен враг сердец, но тщетно нападение, ему придет конец. И скоро мы, ликуя, увидимся с Христом, и пение «Аллилуйя» с хвалой небес сольем. И скоро мы, ликуя, увидимся с Христом, и пение «Аллилуйя» с хвалой небес сольем. Слава. Дітки, я одне хотіли ще одну пісню співати. Будь ласка, якщо ви готові, то можете виходити ще співати одну пісню. Тому що після них будуть приймати участь наші друзі, які приїхали з Молдавії, з Кишиньова, сім'я, вони музиканти, співаки і проповідники, так що хай Бог благословить, буде їхній час. Будь ласка, дітки. Там сияние красоты.
рада, скоро течна в мире землю. Горы и ненастья ждут потом. Радость бесконечна, там прибудем вечно, если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, там прибудем вечно, если мы в союзе со Христом. Теснится в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть, одну молитву чудную твержу. Однажды, находясь в Бухаресте в одном большом общественном здании, в дверях появился один интеллигентный человек. Он своим взором посмотрел на весь зал и подошел прямо ко мне. Он начал спрашивать меня о чем-то на румынском языке. Сознаюсь, я не все понимал, что этот человек хочет от меня. Я посмотрел вправо, влево, может, мои соседи ему помогут, но он на них не обращал внимания, он продолжал спрашивать меня о чем-то. Мне пришлось пригласить переводчика. Когда он подошел, перевел следующее. Этот человек спрашивает тебя, много ли времени осталось до пришествия Господня. Я понял, что это мой брат. Мы пообщались с ним минут 15, и он ушел. Переводчик с удивленным взглядом спрашивает меня, ты знаешь этого человека? Впервые я вижу его, он мне отвечает, я ему. Он еще больше удивился, как впервые видишь, и вы разговаривали так, как будто всю жизнь вы вместе.
Я объясняю, это мой брат во Христе. Он помолчал, я вижу, что он еще больше удивился. Впервые в жизни вижу мой брат, я вижу, что он меня не понимает. Я говорю, это мой брат, как ему объяснить? Он, помолчав немного, после говорит, знаете, у вас, у верующих, какая-то притягательная сила вас тянет друг к другу. Я говорю, поистине это так. Сегодня, находясь среди вас, братья и сестры, мы впервые вас видим, возможно. И, находясь здесь, мы отчетливо видим неоспоримые доказательства воскресения нашего Господа, что Он не только умер, но и воскрес. И Он послал Святого Духа Утешителя. Он объединил всех детей Божьих воедино. И сегодня, находясь среди вами, мы видим, что мы среди своих братьев и сестер, и именем Господа, и словами Иисуса хотели поприветствовать вас. Мир Божий вам! Как было сказано братом, мы из Молдовы, сами родом из юга Молдовы. Господь нам с женой подарил 7 детей, и мы рады, что Господь вошел в нашу жизнь. 6 детей со мною, 7 младшая дома с мамой. Но самое большое счастье, что в нашу жизнь вошел Господь, в нашей семье. 6 старших членов церкви, младшие готовятся к этому святому акту. И также хотели сегодня поделиться с братьями и сестры с вами о нашем служении. Последние годы мы совершаем служение среди мусульман в арабском мире. Недавно мы совершали служение в Ираке, также в Ливане, и по сей день идет служение в Турции, в Египте, Иордании. И что сегодня делает Господь, и как совершается домостроительство Церкви Божией в наши дни, мы сегодня хотели поделиться с вами. Сейчас исполнят дим, как лань желает потоком воды. Вот так и я стремлюсь к Тебе, Господи.
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Более 7 миллиардов сегодня населяют нашу планету. Из 7 миллиардов по статистике сегодня 33% считают себя христианами. 22% ислам исповедуют, 14% буддизм и индуизм и другие религии. Более или около 70% сегодня населения нашей планеты мало знают или вообще не знают об Иисусе Христе и Благой Вести. Поскольку мы совершаем служение на Ближнем Востоке среди мусульман, я бы хотел сегодня поделиться нашим служением. И, конечно, братья и сестры, да поможет Господь, чтобы не присвоить себе что-то или какую-то славу себе, а вся слава принадлежит Господу. Но сегодня ведется работа в этих регионах. На 1 миллион мусульман сегодня приходится 3 миссионера. Можете себе представить, какая это, можно сказать, нива и какая ответственность. 3 миссионера на 1 миллион. Но мы видим, что сегодня Господь открыл двери там, где столетиями были закрыты. Мы и начали свое служение с Турции, с раздачей Слова Божия. Сегодня в Турции 74 миллиона 500 тысяч населения. Из них 3% считают себя христианами. Юго-восточная часть Турции, целые регионы сегодня очень труднодоступны для проповеди Евангелия и проживают целые миллионные города, где сегодня нет ни одной церкви. Где-то 18 лет тому назад приоткрылись двери для благовестия в этой стране. Мы свидетели то, что как Бог и Дух Святой совершает Слово Божье, свою работу. Мы были 1,5 месяца тому назад в Стамбуле, где по разрешению властей мы имели разрешение на раздачу Евангелия. И со мной был один брат, и доселе говорил: это, знаешь, брат, это не метод евангелизации. Вы, это потеря времени и потеря денег. Вы даете эти Евангелия бросают их, и никто их не читает. Но с нами были 18 человек, которые через Евангелие получили спасение. Брат Атила, он пастор сейчас в Стамбуле, турок, где-то 15 лет тому назад ему дали в руки Евангелие, но он сейчас пастором. Среди нас находился турок, брат, который обратился к Господу через Евангелие, кто-то ему дал, и он является и его семья детьми Божьими. С нами находился юноша, который раздавал Евангелие, кто-то ему дал, он прочитал студентам это Евангелие и просто остался впечатлением, и он вернул свой паспорт и попросил, чтобы вместо мусульманина написали там, что он христианин. Это было в южной части Анталии. Брат Джордж раздавал Евангелие, брат, с которым мы трудимся, на пляже, среди отдыхающих. Он подошел к турку, отдал ему Евангелие и говорит: я запомнил его, он как-то улыбнулся неестественно, ну, мало ли что. Говорит: я ушел. Через определенное время, где-то около 2 лет, я оказался в Анталии среди группы христиан. И подошел один и приветствует, говорит: брат, я тебя приветствую, вот, ты мне дал Евангелие. Брат Джордж говорит: я не помню, кому я давал Евангелие, не помню всех, я тебя хорошо запомнил. Когда ты мне дал Евангелие, я 3 дня с ножом искал тебя по берегу, но не нашел. Через 2 года он приветствует его как брата. Слава Богу, братья и сестры, мы видим силу Евангелия. Сегодня с возрастающим
процессом, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, и мы видим, как крайний левый радикализм возрождается, и я бы хотел сказать о мусульманах. Они делятся на шиитов и суннитов. Они сейчас воюют между собой и вообще-то вот воюют, истребляют друг друга безжалостно. Но против христиан они объединяются едино, против христиан. И несмотря на эти процессы, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке, образуется некий вакуум, духовный вакуум. Многие умеренные мусульмане, они разочарованы в этом исламе, то, что происходит, и проявляют интерес к христианству. На протяжении уже пару лет мы проводим работу на Ближнем Востоке в Ливане, где сегодня 2000, то есть около 2 миллионов сирийских беженцев на территории Ливана. Когда-то не было возможности проповедовать Евангелие в этих регионах, но сами эти люди сейчас приходят на служение. В прошлом году с Божьей помощью был организован лагерь, где мы запланировали 800 детей, а пришло около 1000 детей. В этом году в Ливане мы ведем служение уже в 2 и в 3 местах прошли служение с детьми, это детские кемпы. Основная наша задача. Если говорят они, что мы Европу, и поскольку сейчас идет интенсивная экспансия исламизма в Западной Европе, и они говорят, что мы Европу захватим только нашими семьями, рождаемость большая, по 8, по 10 детей. И сегодня мы видим во Франции, где-то уже в школах 50% мусульманские дети и 50% так называемые христианские. И мы видим, что под натиском исламизма, казалось, не может устоять христианство, но это пустое христианство, там, где не основано на истине, на Слове Божьем. И мы видим, что там, где соприкасаются с Богом эти души, то Бог производит свою работу. Сегодня наша цель или наша работа сконцентрирована на работе с детьми и молодежью. Сеять этим молодым душам Слово Божие. И мы понимаем, что это работа на перспективу. И сегодня Слово Божие распространяется, и мы понимаем, что нужно эти слова орошаться, должны орошаться молитвою, и тогда Бог будет давать всходы. Южная часть Ливана, северная часть, служение среди беженцев. Одна девушка молодая подошла во время служения и говорит: «Я даже рада то, что в Ливане война, я здесь оказалась беженкой, я здесь нашла Иисуса как личного спасителя». Слава Богу! Я смотрю на нее и думаю, если бы узнали ее родители, ее бы убили. А в лучшем случае она бы оказалась изгоем, ее выгнали. Среди нас есть брат, с которым мы трудимся, он пастор в Тире, где сказал, что когда мать узнала, что он принял Христа, поставлено условие «я или ты», то есть «я или твой Христос». Ему нужно было выбирать между матерью и между семьей, то есть Христом. Он оказался на улице, без матери и без братьев, но со Христом. И сейчас он служитель Божий. Слава Богу! Мы в Беруте повели нас, братья, где мы посетили одного брата, где его прячут в Беруте на одной маленькой квартире. Из Тира ищут его убить, ищут его души. И это не просто потому, что он был вчерашним мусульманином. Он был шейхом и имамом. И во время служения, когда шло в Тире, подошел имам и говорит: «Я хочу говорить с тобою». Там послал гонца. Опять пришел с угрозами, с давлением, говорит брат Мухаммед. Но я вышел. И когда состоялась беседа, он говорит: «У меня проблема с Кораном. Чем больше я читаю Евангелие, тем меньше понимаю Коран». И они беседовали до тех пор и встречались, пока он не стал нашим братом. Слава Господу! Но это только началось. Первая жена отреклась от него. По закону ислама не имеет права жить с ним. Отреклись все близкие. Сразу же отвернулись все. Он стал изгоем среди своих. Также началось покушение на его жизнь.
И вот в Бейруте мы встретились для молитвы, и я смотрю на этих братьев и думаю, ну кто же, что же может их заставить, чтобы они оставили все, отреклись от всего, но остались они ни с чем, но с Господом. Слава Господу, братья! Это работа Духа Святого. Это и в январе месяце у нас была евангелизация среди сирийских беженцев в Ираке и среди иракских христиан. ИГИЛ захватывает все новые территории, и там, где мы были, находилось 50 километров от линии фронта, где проходило служение. 110 километров от этого города Масула, где объявили его исламисты своей столицей. В прошлом году, когда они захватывали Масул, то кто успел сразу убежать, они убежали. А в первых днях началось бесчинство. Было захвачено около 500 девушек и молодых женщин, христиан, изиток и христиан. Их выставили на базар и продавали от 17 долларов до 25 за душу. Это унижение, но это бесчинство, которое и по сегодняшний день и есть с установленным законом шариата, не поддается описанию и времени нет говорить об этом. Но при всем этом, братья и сестры, сегодня преизобилует благодать Господня. Сегодня Бог открыл двери для проповеди Евангелия в этих регионах. Мы свидетели этому. Мы сегодня свидетельствуем народу Божьему. И не только свидетельствуем, но призываем к служению. Сегодня не стоит вопрос, кто будет тебя слушать, а стоит вопрос, кто скажет: «Господи, вот я, пошли меня». Кто скажет, что я готов раздавать Евангелие этим людям? Кто скажет, что я готов работать в детском кемпе среди этих детей, свидетельствовать им о Господе? Это было в феврале месяце, где проходили служения, неделя евангелизации. В залах, где было снят в аренду, у нас есть фотографии, все подтверждено этими фотографиями и также короткометражными такими, снимали на видео. Во время служения был призыв покаяния. 2000 зал наполнило людьми. На призыв к покаянию стало от 800 до 1000 человек совершать молитву покаяния. Слава Господу, братья! Мы в прошлом году провели лагерь в Ливане и в этом году тоже. Весной мы начали вести с переговором с руководством сирийских беженцев. И когда мы начали говорить о том, что дайте нам 200 детей, чтобы мы провели у вас темп. Они говорят, что мы не можем этого сделать, у нас будут проблемы с родителями, потому что здесь все одинаковы, и родители, некоторые будут обижаться, что других детей взяли, а наших не взяли. Если вы хотите что-то делать, делайте со всеми детьми. Я был с группой братьев, служителей. И поскольку пришлось вести переговоры, я задаю вопрос, сколько же у вас все-таки детей? У нас 5000 детей в 4 лагерях. Если вы что-то хотите делать, делайте со всеми. Я говорю: братья, мы пришли только прикоснуться к дверям, а мы прикоснулись, они распахнулись. В этом году мы не были способны или не подготовлены к этому что-то делать. Но потому что нам нужно было хотя бы 80 сотрудников собрать на работу. Мы не смогли в этом году, но мы готовимся к следующему году. Братья и сестры, сегодня мы не ищем, кто-то ищет спонсоров, но мы не ищем спонсоров, мы ищем молитвенников. И мы верим, что то, что сегодня происходит, и то, что делает Господь, Он делает по молитвам народа Божьего, по молитвам Церкви Божьей, по молитвам Церкви Божьей Бог сегодня созидает. Я хочу сказать открыто, хотя свидетельствую, что когда мы в январе месяце собирались идти, у меня был некий страх, волнение, переживание.
И вот у меня было такое состояние, что я, ну как, не надеялся, что едя туда, мы вернемся оттуда. Я хотел оставить завещательное письмо, но друзья отговорили. А хотел написать просто, что если не вернусь, жена, чтобы обратилась к моим друзьям, если понадобится. Но когда мы поехали туда и соприкоснулись с служением, все страхи и все отошло на второй план. Да, братья и сестры, были опасности. Мы проходили и видели их. Но мы хотели засвидетельствовать, что по молитвам народа Божьего и Церкви Божьей Бог хранил и Бог вел. И мы не знали, кто молился, но мы видели, что это ответ от Господа. И сегодня мы понимаем, что если церковь будет молиться, то Бог будет заботиться обо всем. Бог устроит. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, Бог открывает двери для проповеди Евангелия. Мы планируем в дальнейшем проводить работу. Мы планируем, сейчас запланировано служение в Ираке и Турции на осенние месяца, октябрь-ноябрь. Служения предстоят также в Египте, предстоят служения в Иордании и Ливане. Нет времени говорить о том, как Бог совершает работу сейчас и в этих странах. Мы хотели бы сказать, что сегодня редактируется детская Библия. Создан редакционный комитет. Эта детская Библия будет переведена на турецкий и на арабский язык. Если позволит Господь, мы имеем намерение до 2020 года, за 5 лет, отпечатать и распространить до 100 тысяч Евангелий детских Библий. Мы верим и свидетели тому, как те люди, которые соприкасаются со Словом Божьим, Бог производит свою работу в них. Поэтому апостол Павел говорит: «Братья, молитесь о нас». Мы ничего не имеем тоже, братья и сестры, кроме обетований Божьих. Обетования Божьи есть, что Бог не оставит. И мы тоже нуждаемся в молитвах церкви. Если кого-то будет Господь побуждать к этим служениям, то через братьев, по благословению родителей, мы готовы сотрудничать с этими душами во славу Господа. Да будет прославлен Господь. Амин. Пожалуйста.
Ісі і смів ожмі. Исполнит сейчас дим молитва отца. Хотя матери играют особую роль в жизни, в семье, вот, но за семью несет ответственность сам отец. Пожалуйста. Еще немного в
все повторяли хором: построил нам художник и творец из камня драгоценный город. Прошли года, и город неба встречал восторженно отца. Как пел с тоской о родине своей отец когда-то песни эти. Еще немного, и мы войдем туда. Еще немного, жемчужными вратами забудем скорбь и слезы навсегда. Уважаемые друзья, братья и сестры, мир Божий вам. 2 года тому назад я был здесь у вас, и мы с вами проходили такую интересную тему, я думаю, что вы ее помните, ответственность за взаимоотношения в семье. Кто-то помнит? Помните, да? Да. Друзья, дорогие, я сегодня подведу итог какой-то, и мы помолимся. Я даже начинать не буду, почему? Потому что у меня очень большая тема. Вот. В воскресенье утром я попросился перенести на среду, потому что гости. Сегодня снова у нас гости. Но это нормально, это все хорошо. Я не сетую, я не обижаюсь. Просто единственное, что брат Алекс говорит, что вкратце. Я вкратце не то, что не могу, я не могу позволить. Это есть разница. Не могу и не могу позволить. По одной причине, что этот материал, который сегодня я имею, он, знаете, он выстраданный. Он выстраданный тем, что это 4 большущих раздела, почему сегодня семьи ослаблены, какие элементы разрушают сегодня семью. Еще очень 2 огромных раздела, что такое независимое решение, что такое поведение независимого решения сын, папа и мама, жена, муж, члены церкви и церковь, мы и Бог. Ну, поверьте, я хочу просто как свидетельство вам сказать, когда эти материалы готовился, мы очень много молились Богу. Ну, а когда этот материал писался, я просто хочу сказать, многие молитвенные группы просто постились, молились, мы видели ужасные нападки демонов. Какой? Ну, вот представьте такой момент. 6 разделов уже взятых, записанных для того, чтобы записать и приступить уже с дисками работать, чтобы сделать компресс. Утром приходим, все 6 разделов, ни одного нету. Все исчезает. Да, подключены были многие люди, молитвы, молились Богу, и это материал есть. Просто единственное, что я не имею права его просто перейти. Будет возможность... будущими придем, если только Господь даст время. Еще раз хочу одну из тем, которые хочу прочитать. Что такое есть независимое решение, независимый выбор по отношению Бога, по отношению установленных норм и правил в семье, норм и правил папы и мамы, которые установили. Все это есть, я готов поработать, если даст Бог это время. А сейчас просто скажу, как и все сегодня здесь говорят. Да, есть много свидетельств, вот впереди группа,
Вот. Я с ними пересекался, хотя их на YouTube я очень много уже видел. Вот сегодня первый раз пересекся и думаю, что познакомлюсь. Значит, рассказывают все много свидетельств. Я о себе очень мало говорю, очень мало. И больше я люблю проповедовать и говорить то, что в нас здесь происходит. Вот вы знаете, почему-то Бог так ложит и дает такое слово, чтобы говорить то, что именно есть у нас, чем живут наши дети, чем сегодня живем мы, и как развиваемся мы, как развивается церковь сегодня вот в таких условиях, где мы. Больше Господь дает это, больше я об этом стараюсь говорить. Ну а так, хочу сказать, как и друзья наши ездят по странам мусульман, вот, а Бог дал возможность мне ездить очень много по нашим странам. Я очень много бываю в Сибири. Я 4 раза на год выезжаю. Я бываю на Украине, я бываю на Донбассе. Я был в Крыму, когда Крым захватывала Россия. Я еще 15 дней под оккупацией был в России и еще там продолжал преподавать в библейской школе. Я свидетель абсолютно 15 дней начала жизни, начала новой страницы Крыма. Я свидетель многим-многим событий. Единственное, что я не политик, и никогда я не читаю за кафедрой политику. Никогда. Да и вообще я не читаю политику. Считаю, что народ Божий должен быть вдали от политики. Вот, так же само бываю в Сибири. Очень много есть, что рассказывать. Очень много есть, много таких замечательных моментов. Но хочу сегодня подвести итог и сказать, друзья, сегодня мы здесь, где звучит Слово Господне. Мы сегодня здесь по одной причине, что мы верим написанному Божьему Слову. Мы здесь, потому что мы верующие люди, мы есть царственное священство, и мы знаем Бога. Мы верим в силу Слова. И поэтому хочу прочитать книгу Откровения, вот, и подойдем мы потом к молитве. Смотрите, 12 глава книги Откровений, 17 стих. «И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Уважаемая церковь, уважаемые друзья, дорогая церковь, дорогие друзья, так на кого ополчился дьявол сегодня, особенно в последнее время? На теми, кто сохраняет Божьи заповеди. Уважаемые, послушайте, если мы и детей наших учим исполнять заповеди Божьи, мы должны знать, что за это придется рассчитываться, за это придется платить огромную цену, потому что сегодня силы ада брошены на тех, кто сохраняет заповеди. Сегодня силы ада брошены на тех, кто имеет свидетельство Иисуса Христа. И если я имею, и вы имеете это свидетельство, мы должны знать, что за это нужно платить, платить жизнью, платить вот слезами, трудностями, сложностями, потому что весь ад ополчился против этих людей. Мы очень часто говорим о временах гонений. И здесь много есть старших людей, которые очень хорошо помнят те времена и хорошо знают. И я их хорошо помню, хорошо знаю, и сам что-то проходил тоже. И вы знаете, вот делаю такой анализ, исторический обзор. О да, церковь все время переносила такие ситуации в гонениях, сложностях, трудностях. Я хорошо помню время, и здесь вот сидят старики, братья, убеленные сединою, которые хорошо помнят, когда забирали детей у семьях верующих. Братья, я говорю, было так или нет? Конечно, было. Конечно, было. Многие сидели в вузах. Вот их даже отцы, многие не возвратились, было время. Но это была атака свне. Это свне пытался дьявол нас всех растоптать. Дьявол пытался всех нас унизить, уничтожить, чтобы нас и следа не было на этой земле. Но я хочу вам сказать, почему мы сегодня хотим говорить больше о том, что проходит здесь. А знаете почему? Потому что здесь, в условиях свободы, сегодня другая абсолютно, другой метод и другая битва. Сегодня дьявол разлаживает и снутри,
И сегодня по Европе раздаются лозунги, массовые лозунги. Христианство в ближайшее время будет разложено снутри. И мы читаем место Священного Писания, которое Христос сказал. Симон, Петр, ты камень. На сём камне я создан церковь, и врата ада не одолеют ее. А что же это за врата ада? Кто это врата ада? Вы знаете, в каждой государственной структуре есть армия. Но кроме армии есть силовые структуры для особых спецзадач. Для особых задач. Так вот, сегодня демоны имеют тоже особые свои силы для того, чтобы атаковать. И они бросают сегодня на молодежь, на детей. Вот в это время мы живем. И при том, такая битва, где пытаются разложить нас снутри. Сегодня семьи, мы говорим, почему сегодня такие семьи ослаблены, пытаются разложить снутри, пытаются детей разложить снутри, нас пытаются разложить снутри. Вот это очень сложная дилемма, на которую сегодня стоит особое внимание обращать. Братья и сестры, в непростое время. Сегодня брошены силы на детей. Какие? Вы знаете, я в прошедший раз вас не говорил, я читал эту тему о детях. Вот, о семье, о детях я не читал. Но я хочу что-то из того материала просто как вступление сказать. Масса сил брошена, чтобы их вывести из церкви. Послушайте, сегодня есть много церквей, которые вы проедете даже в вашем городе. Проедете, посмотрите, это не пустые слова, это не кто-то передает. Я очевидец, потому что я люблю сам исследовать. Я подъезжал к таким церквям. Огромный молитвенный дом. 70-50 машин на паркинге. Я захожу в эту церковь. Там 70-80 человек. Я ожидал, пока закончится служение, чтобы этим людям задать вопрос. Там сидят все старички, убеленные сединой или с такой прической, как я. И подходят, заканчивается служение, подаем руки, знакомимся и спрашиваю, а вы этот молитвенный дом строили или покупали? Некоторые говорят, строили, некоторые покупали. Я говорю, послушайте, но когда вы его строили, наверное, у вас было полно людей у церкви. Наверное, был момент, когда вы совершали молитву посвящения в этом молитвенном зале. Да, было. А что же произошло? 70 человек в церкви. И вы знаете, жалобный голос. И говорят, о, вы знаете, у нас был лидер прославления, лидер воршип, и мы ему доверили, а он всю нашу молодежь утянул туда, в мега-чёрч, это в самую большую церковь. А я, знаете, не согласен. А вот здесь я не согласен. Во-первых, на одном лидере церковь не строится. Церковь строится на основании, которое есть Иисус Христос. Слава Богу. Это очень важный момент. А второе, очевидно, те люди пропустили, когда силы ада брошены были на эту церковь, и они пропустили момент. А в этот момент силы ада, детей и молодых людей очень легко просто вывели из стен церкви. И остались 70-80 человек, тогда, когда в зале 700 сидячих мест. Я не говорю пустые слова. Я говорю, вот таким образом происходит разложение снутри. Это страшная катастрофа. Страшная катастрофа. Несколько лет тому назад было сообщение, и это не пасторы, это далеко не христианский мир забил тревогу, далеко нет. Питтсбург, медицинская школа, университет, которые забили тревогу и сказали, кого по исследованию, вот исследовали последнее это поколение, которое вошло уже в жизнь, кого мы воспитали? И передают, смотрите, кого воспитали? Развитый индивидуализм, терпимость и жадность. Вот то поколение, которое пришло сегодня в government. Вот то поколение, которое приступило к управлению и деятельности. Вот кого воспитали. И знаете, те профессоры говорили, на основании чего это произошло. Да потому что дали возможность детям по 40 часов слушать современную музыку. 40 часов в неделю ребенок слушает современную музыку.
А это их примерно 270 песен, отобранных со временной музыки, которые есть провайдером различных интимных развращений, наркотиков и так дальше. Так это же не мы забили тревогу. Это забили профессоры, люди, которые что-то знают, исчисляют и видят. Другое разложение снутри идет, это современная культура. Позвольте мне тоже сказать. Современная культура. Когда мы говорим о культуре, то у нас понимание есть, чтобы мы были в приличном одеянии. И я тоже люблю приличное одеяние. Точно, абсолютно. Я всегда говорю братьям, я в кроссовках никогда не позволил войти в молитвенный дом. И в джинсах. Я не позволил себе никогда войти. Так я понимаю. Но вы знаете, когда мы говорим о современной культуре, это что-то другое. Есть еще что-то глубже. И в заключение я просто хочу рассказать этот момент. Прежде чем я его расскажу, я вам домашнее задание дам. До того времени, пока мы встретимся и начнем ту новую тему, вот вы возьмите, прочитайте первое послание к Коринфянам, 3 главу, и прочитайте ее дома. Здесь даже не открывайте. И вы там найдете слова апостола Павла, который говорит, с чего строилось Царство Божие. А Царство Божие строится не из сена и соломы, не с легковоспламеняющихся материалов. Царство Божие строится с чего? С золота, серебра и с драгоценных камней. Слава Богу! Послушайте, откуда мы приходим в собрание? Где же это все? Ну а где вот? Скажите, вот я на эту тему много слушал и сам много проповедовал в жизни. Вот говорим, что золото, драгоценные камни. А где же оно практически? А это есть, смотрите. Это есть все вот мы с вами, возрожденные люди, еще раз повторяю, возрожденные люди, которые приняли Иисуса Христа как личного Спасителя. Это люди, которые вошли через открытую дверь. Это люди, которые стали сораспятыми Иисусу Христу лицом к лицу. Этим людям свойственно, они обладают свойством, обладать природой Бога и элементами характера Бога. Слава Богу! Я еще раз повторю, что это за драгоценные камни? Это все мы, которые возрожденные, принявшие Иисуса Христа, вошли через открытую дверь, стали сораспятыми Иисусу Христу. Таким людям свойственно обладать элементами природы Бога и элементами характера Бога. Вот оно драгоценность. Вот оно драгоценные камни и золото, серебро, с которого строится Царство Божие. А современная культура, смотрите, что делает. Я приведу не библейский пример. Не библейский. Когда вы будете ехать, ну, даже вы будете ехать через Колумбию, вы увидите наливной порт. Здесь у вас они все отли тоже. Есть места, где сливают нефть. И вот вы посмотрите внимательно. Приходит огромный корабль, сливает нефть в огромные емкости, а за ними целые сети заводов, которые перерабатывают нефть. Итак, пришла одна материя, переходит через переработку фабрики, выходит другая материя. Но есть среди них химические фабрики, которые принимают нефть, проходит переработка, а вот там на шиппинг приезжают на покупку туда, к дверям, приходят покупатели и, вы знаете, получают другой материал, который даже трудно представить, что это нефть. Там белая гранула, белый пластик, там очень много материалов для подошвы обуви, с которой шьют, очень много всего. Итак, одна материя пришла, слита была в емкости, прошла через химическую фабрику и вышла другая материя. Так вот, мы говорим, что такое возрожденные люди? Это обладающие люди элементами природы Бога. А современная культура, вот она что сделала, расставила огромные сегодня щиты реклам удовольствий. Их полно по улицам, их полно на компьютере, их полно на iPad, их полно на TV, их полно везде, в TV и везде.
Даже когда вы придете в супермаркет, и вот там, где вы рассчитываетесь с кассиром, там обязательно есть такая секшн, где полностью все устлано, стриптиз, обнажение и так дальше. Все это есть. Для чего? Скажите, для чего это сделано? Это сделано вот для чего. Чтобы это зерно попало сюда, вот, в область сознания человека. А тогда, когда оно попадает в область сознания возрожденного человека, обладающего элементами природы и характера Бога, как только он согласился, в один момент он попадает вот сюда, на химическую фабрику. Все, он втянут как вакуумом. И дальше он выходит другой материей. А вот здесь стоят, которые на покупку пришли, на шиппинг пришли. Получатели – это демоны, которые кричат день и ночь. Нам нужны кирпичи. Нам нужны кирпичи. Для чего? Для того, чтобы поднимать цивилизацию мира всего. Итак, тот, который обладал элементами природы Бога, вот куда попал, согласился, воспринял и попал сюда, выходит уже другим материалом, уважаемые, только этот материал уже с него не строится Царство Божие. Уже не строится. С этого материала строится цивилизация мира сего. Страна греха поднимается и обновляется, и укрепляется. Вот что происходит. Уважаемые друзья, вот она, современная культура. Она готова сегодня просто втянуть, переработать и все сделать для того, чтобы христианство сегодня не обладало элементами природы Бога и элементами характера Бога. Вот почему сегодня хочется говорить о тех темах, которые здесь внутри нас, которые здесь в нашей стране. Почему? Вот старшее поколение прошло и помнит те хорошие моменты, когда нас прессовали извне. А вот вы знаете, братья, молодежь этого не помнит, они здесь выросли, они все же американцы. Но те, которые переносили вот те тягости, трудности, штрафы платили, кто в тюрьмах сидел, то было и свне, атака и свне. Но то было более благородное, чем в наше время. То было намного лучше и благороднее. Знаете почему? Когда нас били извне, и в тюрьмы садили, и платили штрафы, мы были все дружнее. И есть такое выражение. Когда нас бьют извне, мы становимся дружнее. А вот когда нас разлагают снутри, мы рассыпаемся в россыпь. Вот это так. И вы знаете, сегодня многие слышу пророческий голос. Приходят трудные времена. Приходят трудные времена, а я скажу, а лучших времен я не жду. И знаю одно, что это трудные времена. Потому что, вот такой пример, жизненный пример. Вот сидит цвет вашей церкви. Брат Алекс, братья-служители на второй скамейке. Такой пример. Просто его нету, а я приведу пример. Представьте себе, к воскресенью вы получаете все звонок. Что такое? Арестовали брата Саша Кальчика и еще четырех пасторов. Уже сидят в тюрьме. Ваши действия. А я скажу, какие ваши действия будут. Потому что я помню те времена, когда так судили, что было. В среду, даже не дождавшись среды, понедельник, вторник, среда, здесь будет полное собрание людей. И все будут, вот так, как Первоапостольская церковь, пришли, впали, подняли руки и будут молиться и просить у Господа защиты и благословения на семейства. Не так, скажите, я правду говорю? Нет. Так Первоапостольская церковь делала. Так делали наши отцы, так делали в нашем поколении. Поэтому смотрите, когда нас бьют снаружи, мы становимся дружнее. Но самая страшная трагедия в наше время – о котором я хочу в следующий раз говорить, это когда идет разложение с глубины. А глубина – это то, что там живое. Это то, откуда начинается жизнь. Это то, откуда все стартует у нас. И если оттуда начинается разложение, оттуда дьявол пытается разлагать,
Да, мы рассыпаемся в россыпь. И семьи ослабленные, и молодежь, и дети, и так дальше. Поэтому мы верим в упование Господа. Я часто привожу такой пример, который я уже говорил. Христос сказал, врата ада не одолеют. Слава Богу, Церковь! Я еще раз хочу сказать, это есть обетование Божие, которое дарует нам надежду. Врата ада не одолеют нас. Слава Богу! Вот с этим словом я хотел бы помолиться Богу, и чтобы мы все расстались, и друг другу говорили, трудно, понятно, что сложно, но врата ада не одолеют нас. Поклонимся Господу, поблагодарим. Аллилуйя, 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 Господу, Господу. О, аллилуйя, аллилуйя, Шемара лабато роклой перелабанат, шабадара кебедера лабара. О, чемеле келай перекелабары рупра, менеште перекелуй дестрамил луфра бадеште. О, штараман роклобары лебеде, чемеле келуй перелабанат шабад. Робали лот се верени бара ламари клей бара ло промене ште бара клоудис. О, аллилуйя, скломи дара клой пара ле бара риба там ре клава. О, аллилуйя, склой пара клави рило промене ше бара клаудис. Аллилуйя, слава. Великий и чудный Господь Бог Содержитель. О, великий Бог наш, Ава Отче, скебарала пребада чабаре клоудис. Склепарало прамана чабаре клопаре лебедача дары клоудис. О, склаваре риба тамаре клабаре клойса реребетаре клебедаш дейдас. Ава Отче, да прославится имя Твое, Господь. Да будешь возвеличен Бог наш, аллилуйя. Мы благодарны Тебе за все, Ава Отче. Господь, мы благодарим Тебя за этот благословенный вечер, который мы, Господь, имели, большое и хорошее общение. Мы, Господь, восторгались, Господь, в славословии, пении, когда наши друзья пели, когда дети участвовали, хор, Господь. Это все то, что было во славу Твою, и это все то, что приносило нам назидание. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Господь, за те множество свидетельств, которые было сегодня. Мы благодарим за это слово, которое Ты нам дал, за все благодарны Тебе. Ты, Господь, все сделал, чтобы, Господь, наш дух и душа, мы ушли в покое, в тишине с этого места. Мы благодарим Тебя за Твое обетование, которое Ты даешь нам в трудное время. Очень трудное время, Господь. Просто оно даже непредсказуемо, то, что происходит, и то, что еще предстоит впереди переходить. Но мы очень просим Тебя, помоги нам держаться рукой за обетования Твои. Помоги держаться, как за веревку, которая брошена нам, Боже, за эти обетования, которыми Ты говоришь, врата ада не одолеют ее. И я искренне прошу Тебя, чтобы были и семьи крепкие, чтобы взаимоотношения были детей с родителями крепкими, чтобы, Господь, Боже, не было яма и упустошения, разорения, Боже, среди народа, а чтобы церковь была сильна и грозна, как полки со знаменами. Благослови наш выход отсюда, и эти дни, Господь, рабочие до воскресения, благословляй всех нас Духом Святым и Словом Твоим. А Твое имя да будет прославлено, возвеличено, мой Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, святиться имя Твое, нехай прийде Царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний,
подавай нам на кожний день. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Братья и сестры, я еще раз хотел подчеркнуть, что мы нуждаемся в молитвенниках. И та же молодежь, те, которые желают принять участие в служении на Ближнем Востоке, то мы ждем тех, которые бы откликнулись. У нас есть три условия. Первое – это благословение родителей. Второе – это благословение братьев и церкви. И третье – повиноваться или быть послушным той дисциплине, которая будет установлена в служении. Поэтому также у нас есть некоторые диски, то, что мы их не продаем. На этих дисках есть веб-сайт. Вы можете зайти и, кто желает, там узнать о дальнейших служениях и поддерживать в молитве. Мы будем информировать вас. Эти диски мы не продаем, мы дарим. Кто желает поучаствовать или поддержать это служение, да благословит Господь. Чуйте, братья и сестры, в подарок вам даю диск и с прекрасным спевом и оркестром, але пожертвуйте на служение наших друзей, потому что в Америке ничего бесплатно не бывает, правда? Все воно стоит финансы, а самое главное то, что, ну и брат Василий Завгородин так само має свои диски, так, брат Василий? Ні, не будете. Каже, що не буде сьогодні. Значить, я думаю, що ми договоримося, коли другий раз брат Василій приїде і вилеже свою тему. Ми дамо йому більше часу, якщо треба годину, півтори години. Так? О, і тоді брат Василь зможе виложити те, що є в нього на серці, що він приготував. Так, як він каже, готував скрупульозно. Брати і сестри, це зібрання, яке тривав для нас Господь. Давайте скажемо слава Богу. Дякуємо всім гостям, які нас відвідали. Вибачаємося, що не вистачає часу для всіх. Тому що розумію, що буденний день, завтра рано на роботу йдуть люди. І ми не можемо проводити так, як в неділю рано провели, три години собрання. О, то на будні воно не працює. Тим більше пізніше починається собрання. О, так що хай Бог благословить вас. О, буде можливість ще другий раз приїхати. Приїжджайте, друзі наші з Молдавії. Хай вас Бог благословить, ваше служення. О, я просив би наших шоферів автобуса-спринтера, хто є, будь ласка, останьтеся, підійдіть до мене, добре? Щоб завести наші друзі після зібрання. Церкву Благодать, там, де на служенні Степан Касянюк, якщо є хтось з братів. Ну і зможете наші друзі, гості, підійти потім, перекусити трошки, вам приготовлять там піцу. Хай вас Бог благословить. Читає нуждики, поступили, ми будемо мати нашу молитву заключну за нужди Божого народу, і тоді з миром Божим будемо роз'їжджатися. Дорогі брати і сестри, просимо помолитися, просимо поможіть в молитві за моєї подружки чоловіка. Йому зробили операцію на почку. Щоб милосердний Господь явив свою милість після операції. Нашому Богу хай буде слава, що Він сильний допомагати во всьому. Дякую за молитву, сестра в Господі. Помоліться за мою подружку. В неї завтра буде дуже важливий тест. Щоб милосердний Господь дав їй мудрості здати цей тест. Дякую за молитви. Помоліться за сина, щоб Господь дав йому свободу від гріха. Батьки просять. Щиро просимо помоліться за наших рідних, щоб вони прийшли до Бога, щоб більше не грішили. Дякуємо. Можливо, ще хтось має нужду. Будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу молитву. Благодарність, да? Будемо дякувати Бога. Брати, дорогі сестри, я сидів і думав, мовчати чи ні, але вирішив все-таки сказати. Вчора в нашій сім'ї ми пережили таки трохи тривогу. Моя дружина Марійка, все було нормально, все, сиділи, ми розмовляли, приїхала в гості сестра її до нас, все було нормально. Але раптом із носа почала сильно текти її кров. От. Вона пройшла в туалет, стояла над умивальником, десь з півгодини ми все, що не робили, пробували зупинити, нічого не вийшло. Кров просто лилася дзюрком. Я зробив їй такі салфеток-тампони,
поставляв вниз, щоб таким путем зупинити, кров через рот почала йти. От. І єдине, що залишалося, ми почали молитися. Ми всі почали молитися. От. Десь приблизно, я говорю, хвилин 30 йшла кров. Я не знаю, скільки її, тому що ми не підставляли посудину. Кров текла прямо в умивальник. От. І коли ми помолилися, це зупинилося. От. Вона пішла наверх, почала готуватися до того, щоб лягати спати. От. Я ще трошки залишився внизу, але знову вона почала кричати: «Толік, знову пішла кров». Ми знову пішли наверх і ще десь годину боролися і молилися. В кінці кінців потім зупинилася. От я просто хочу сказати, ну, для таке свідоцтво сказати для нас, що ніхто із нас не знає, що може статися, коли. Мені відразу на пам'ять прийшло, як помер наш дідусь, мого тата, батько. В нього ротом хлинула кров, і так не могли зупинити, і так він на тому він і помер від цього всього. Я просто хочу подякувати нашого Господа за те, що Господь зупинив ту кров, за те, що Господь чує наші молитви, і просто просити, щоб і надалі, якщо в кого деяка виникає якась проблема, щоб нам знати, що в першу чергу нам іти до Бога, а наш Господь є той, який відповідає. Подякуйте Господу за те, що Господь почув нашу молитву і допоміг. Брати і сестри, наш брат, служитель, деякон Василь Рубашка, теж знаходиться в госпіталі. Вроді все нормально, не стоїть нічого, яка стала віднімати дуже сильну руку. Так, Коля, може Коля більше об'яснить, будь ласка. Те, що сталося з братом Василем, то в ньому давно руку він відчував дуже слабо, не міг так діяти. А тут стала ще одна рука подібно, і стало його трошки, ну, став відчувати не так, як обично. Він попав на емерженці, і там вже його залишили на обслідування. Якщо дасть Бог, то він завтра, до завтрашнього ранку, його відпустять додому. Але ж разом з тим ми не знаємо, і врачі не знають, так як брат Толі говорить. Але помолимося, щоб Господь ви ще мились над ним. Хай укріпить його Господь і подасть здоров'я, поверне додому. Брати, це таке життя наше, поправлення цій землі. Сьогодні ходиш, нормально все, вроді нічого не чувствуєш, а завтра десь щось і стається. Так що давайте, як казав колись брат Віктор Уронський, тут на проповіді, ніхто не може закрити двері від хвороби, ніхто не може закрити двері від якогось нещасного випадку, коли буває, случається неожиданно, коли людини думають, не ждуть. Так буває в житті кожної людини. Так що давайте будемо молитися, щоб Бог благословляв нас, хранив нас, здоров'я посилав. І особливо, коли тривога, якесь переживання в якійсь сім'ї, ми маємо як церква, як одна сім'я, молитися щиро, підтримувати один одного. Тому що потім буде в мене якась тривога, переживання, церква за мене буде молитися. Носіть бремена друг друга, таким образом і сповнюйте закон Христов. Давайте будемо щиро молитися. Зараз Віктора Панасовича, Кочанюка, якого нема з нами, давайте будемо молитися, щоб Господь явив свою силу і славу, щоб Господь явив свою милість, щоб брат Віктор уже був в собранні. За Олега Шевчука ми в неділю вечором їздили, молилися з Єлією помазанням. Вже 3 неділі, коли спина так схватила, не можна на роботу йти. Давайте будемо молитися, щоб Господь чудеса з'являв. Наш Бог є сильний Господь. По правді, там, де врачі будуть безсильні, так часто бувають, врачі не можуть діагноз встановити, перевіряють, нічого не можуть знайти. Але наш Бог той, який все знає, сотворив чоловіка, вникає во всі діла його, во всі внутрішності його, і сильний помогти в любій справі. Церква дорога, але саме головне, з нашої сторони, з вірою і прямо з усердієм таким, усердно молиться Бога. Церква прилежно молиться за Петра Богу. Бог чудо являє, свободу дає для Петра. Давайте і ми за ці всі нужди помолимося Господу, щоб Бог ісцелив хворих наших друзів, і щоб Господь являв свою милість, благословив тест цієї сестри, яка бажає, щоб здати цей тест, щоб Господь спасав тих, які блукають в цьому світі, за яких просять батьки, щоб Господь являв свою силу і славу, щоб нам бути дійсно тими, за які казав брат Василь, щоб бути золотом, серебром і драгоценними камнями. А ми тільки тоді зможемо бути, коли ми будемо в Христі Ісусі. Коли Господь буде в нас, а ми в Ісусі, тоді ми зможемо бути, як цей драгоценний камні в Христі Ісусі. Давайте ми станемо нашою ною. Вознесемо щиро молитву до Господа. Молимося. О, Ісус, ми ще раз цей час перед Тобою стоїмо, Господь. Ми возносимо молитву до Тебе, Ісус. Дякую Тебе, Господь. Хвала Тобі, слава, дорогі Ісус, дорогі, за це зібрання. Алілуя, Твій Господь, за Твоє благословення, Боже, даш. Дякую Тебе за Твоє слово, яке живе і діюче, Ісус, дорогий. Ми Тебе дякуємо за наших друзів, Господи, які в нас відвідали, Боже, даш. Я умоляю Тебе, Ісус, дорогий, благослови, Господь, дорогий, благослови сім'ю з Молдавії, які відвідали нас сьогодні, Господи, які трудяться, Господь, дорогий, які роблять Твою справу, Господь, та Бог, тож особливо, Господь, цих,
країнах, там, де Господь наш Бог дає свободу для християн, в мусульманських странах, Ісус, благослови. Дай, Господь наш Бог, теж там, Господь, результат твоєї праці, Ісус, дай, щоб грішники каялися, щоб і цього і мусульманського народу люди обращались до Тебе, Господь. Благослови Марка, який нас відвідав сьогодні, Господь, його служення, благослови. Благослови брата Василя, Господь, який нас відвідав, Боже, його служення, благослови. І всі ми в Тобі нуждаємося, Ісус, ми живемо на цій землі тільки один раз, а потім буде вічність, а потім станемо перед Тобою, Господь, і дамо відповідь за всі свою працю, Господь, за те, що ми робили во ім'я Твоє на цій землі. Поможи нам не бути безпечними, Господь, не бути, Господь, равнодушними. Ісус, але поможи нам завжди бути, Господь, аж бути активними в ділі служення, Боже наш, робити те, для чого Ти нас і збираєш, для чого Ти нас ставиш, Господь, і на куди Ти нас посилаєш, Боже наш. Поможи нам, Ісусе, благослови. Церкву Твою благослови, підніми її на вищий духовний рівень, коли гріх і беззаконня умножаються, Ісусе, але поможи нам бути святим і солью і осоляти землю цю, Господь, аж бути. І Америку, цей край, де ми живемо, Ісус, пробуди, пробуди цей край, Господь. Наші дітей, Боже наш, збережи. Гріх умножається, Господь, розлагається сьогодні цей світ. Але наша молитва до Тебе, збережи молоде покоління. Надари, Господь, я знаю, що їм нелегко буває, але поможи їм стояти проти всіх іскушень і стати вірними Тобі до кінця життя, Боже наш. Тих, хто відійшли від Тебе, спаси. Ти є сильний, Боже, би спасати, Господь. За кого просять батьки, близькі, рідні, Ісус, спасити їх і приведи їх до дорогу правди. Надари, Господь, сестра буде мати якийсь важливий тест, Боже, благословити, Господь. І дай успішно здати цей тест, Господь. Хто нуждається в ісцілення, ісцеляй хворих, Ісус, Ти є сильний Бог. Після операції цього брата, Господь, ісцели. Надари, Господь, Віктора Кочерняка, оздоров, Боже, наш ускорити процес. Я розумію, Господь, що на все є свій час, але Ти є Бог сильний, ускорити процес оздоровлення, Господь. Олега Шевчука, ісцели, Господь. І дай йому здоров'я, Господь, та Бог. Я тебе прошу дивити ці болі, Господь, в спині. Наш Господь, і остальних всіх хворих, несемо до Тебе на руках молитві. Боже наш, ми Тебе дякуємо, Господь, дорогі. Сьогодні Толік говорив за свою дружину Марійку, Господь, та же Бог, та ж, яка вчора істікала кров'ю, але кров зупинилася, Ісус, слава Тобі, Господь, Ти поміг. А надальше дай здоров'я для неї, Господь. Сестра піднімалася, Господь, ти знаєш нужду її, Боже наш, дай, Господь, відповідь на її нужду. Надари, Господь, і всі нужди несемо до Тебе, милості Тебе просим, защити. І Твоє благословення, Ісус, віримо, що Ти є Бог, який все можеш, який все знаєш, Господь, і Ти є сильним допомогти, тоді, якому ми звертаємося до Тебе, Ісус. На Тебе надіємося ми, і за все Тебе дякуємо, за це зібрання, за Твоє слово, за прекрасні співи, які ми сьогодні чули, за все Тобі слава, Господь. Брата Василя Рубашка, який в госпіталі, Боже наш, ісцели, дай йому повне здоров'я також, Господь. Я витвій миліся, Ісус, дорогі. Я ще раз прошу, бережи Твій народ від всяких болезней, бережи так і бід, нещастя, Господь, бережи. Хай Твоя охрана буде града над Твоїм народом. І коли ми роз'їдемося з цього місця, хай буде Твоя, Господь, охрана, і ангел супроводжує кожну сім'ю, Господь. На Тебе надіємося ми, і Тебе за саме дякуємо, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. Брати і сестри, хто бажає бути в членах церкви, заявляла одна молода.